Благоустройство дворов города под надзором. На этот раз в центре внимания передвижной мобильной группы акимата Казбекбийского района оказались частные дворовые территории. О том, кто должен заниматься уборкой дворов и какую ответственность понесут владельцы, рассказали чиновники. В Караганде имеется около 10 частных объектов недвижимости, владельцы которых забыли о санитарной очистке территорий. С приходом календарной весны обнажились и зияющие провалы в асфальте, и кучи мусора на данных улицах. Вопросы санитарного состояния и очистки дворовых территорий являются одним из основных приоритетов для акимата района имени Казбекби. Созданная группа следит за качеством работы по уборке территорий. В состав проверяющих вошли представители местной полицейской службы, управления по чрезвычайным ситуациям и члены общественного совета. Сегодня в центр их внимания попал перекресток улицы Комиссарова и воинов-интернационалистов. Есть собственник земельного участка, но, однако, собственникам не соблюдается правила благоустройства. Видите, сломанное ограждение, мусор по всей территории, паспорта благоустройства нету. Данный факт уже на контроле у местной полиции, будут приниматься соответствующие меры к собственникам по несоблюдению правил благоустройства в рамках административного кодекса и по привлечению его к административной ответственности. Власти не могут делать ремонт на частных территориях. Чиновники лишь проводят разъяснительную работу. После замечания с владельцами будут работать уже полицейские. Данный факт имеет место. Владелец будет привлекаться к административной ответственности согласно статье 505 «Нарушение благоустройства города Караганды», утвержденной в второй сессии областного маслихата. 2 месяца выделено для того, чтобы очистить город от мусора, в том числе и частные территории. По шахтерской столице гулять любит каждый, а привести город в порядок – дело не так уж и трудное. Фариза Улбаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.